солнечной Алании, сегодня классная погода, и мы отправляемся в Манавгат, а непосредственно в торговый центр Nova Mall. В общем, сегодня у нас шопинг, и приглашаем вас вместе с нами. Покажу вам все самое интересное, что будет по дороге в торговый центр. В Манавгат и в другие прибрежные города из Алании можно доехать от автостанции в самом центре Алании. Вот стоит зеленый автобус, этот автобус едет в Махмутлар. Вот эти большие автобусы с номерами, они едут по Алании и в ближайшие районы Алании. А если пройти чуть дальше, отсюда уже отходят автобусы до Манавгата. Вот это вот наш автобус до Манавгата, и далее стоит автобус до Конаклы. До Манавгата ехать примерно 1 час. Вот такие вот аутентичные турецкие автобусы. И спереди на автобусе сидит вот такой мишленовский человечек. Не знаю, зачем он здесь, но, наверное, для украшения. Покажу вам, как выглядит автобус изнутри. Такой яркий, красный, оранжевый. В общем, автобусы вот такие вот, очень комфортные. Билет стоит вроде бы 6 лир, но узнаем чуть-чуть попозже. Все, мы уже на автовокзале в Манавгате, проезд стоил 11 лир, и сейчас отправляемся в торговый центр Nova Mall. Для того, чтобы сесть на автобус до Nova Mall, нужно выйти вот здесь, вот наш автобус, и перейти на другую сторону автовокзала и сесть на один из вот этих городских автобусов. До торгового центра Nova Mall идет автобус номер 10, вот он. И вот там вот находится автобус, на котором мы приехали. Поэтому я думаю, что вы не потеряетесь. Примерно 15 минут, билет кашпара. Билет стоит 2 лиры. И автобус останавливается прямо напротив торгового центра. Кстати, в автобусе было очень много иностранцев, наверное, половина автобуса. И город Манавгат красивый, ухоженный, хорошо обустроенный город. Поэтому, если будете в Алании, обязательно приезжайте. Ну, а мы идем. Все, мы уже внутри торгового центра, и сейчас будем ходить, смотреть, что же здесь есть. Сегодня здесь какие-то воркшопы для детей. Очень много народа. А, их обучают правилам дорожного движения. Да. Торговый центр этот очень большой. Здесь более 120 магазинов различных. Сначала мы пойдем покушать. А, здесь даже есть, посмотрите, стена для лазания, скалолазная стена. В общем, в этом торговом центре организуют очень много разных интересных мероприятий для детей. Ну и, конечно же, магазины. Вы уже увидели и одежды, и обувь, и все-все-все. Как я говорила, более 120 магазинов. Кстати, в этот торговый центр еще можно доехать на бесплатном сервисе из центра Манавгата. На выходе, уже в конце видео, мы посмотрим, как ходит этот центр. Я покажу вам расписание. Кстати, вы заметили, что в таких торговых центрах всегда очень вкусно пахнет. И вкуснее всего из всех магазинов я заметила, что пахнет в магазине LC Вайкики. То есть
даже запахом они зазывают клиентов. Мы на фудкорте. И здесь есть всякая разная всевозможная еда. Городок для детей игровой. В общем, если захотите покушать, очень много разных кафешек. А? Пепес, пицца, какие-то интересные, не знаю, мы никогда не едим вот в этих фастфудах, поэтому я даже не знаю, как это называется, гамбургеры, тавук-бургеры, есть тавук дунесе, здесь очень вкусные блюда подают. Мы хотим что-нибудь легонькое, типа супа. А потом уже попозже, после того, как пройдемся по торговому центру, уже плотно пообедать. Вот такой вот большой фуд-корт здесь. Вот наш завтрак. Суп. И Айхан взял опять искендер, но с баклажаном. В общем, весь наш ужин, завтрак, выйдет, наверное, лит на 40. Будем пробовать, но потом все, шопинг. Друзья, мы покушали. Слушайте, я не знаю, почему у меня возникает такая апатия. Перед тем, как идти в торговый центр, я всегда так радуюсь, думаю, ой, как классно, надо что-нибудь интересное. Как прихожу, не хочется вообще ничего, просто покушать и уже уйти отсюда. Потому что, когда представляешь, сколько здесь магазинов, все нужно пересмотреть, чтобы найти что-то оригинальное. Ну, в общем, не знаю, что-то мне опять нет настроения. И знаете, как было бы классно, если бы ты все выбрала в интернете, что тебе нужно, быстренько пришел в магазин, все это купил и ушел. Вот для меня это просто идеальный шопинг. Ну, в общем, я не буду вам показывать все магазины, их здесь более 120, цены тем более. Если буду видеть что-то интересное, то буду снимать для вас. А так, очень-очень рекомендую этот торговый центр, и теперь вы тем более знаете, как сюда доехать. Мы зашли опять в магазин Катон. Здесь есть вот такие вот свитшоты по 24 лиры. Тоже очень-очень много скидок. Прошлась я по всему этажу, кстати. И мы ищем особые цвета, поэтому нигде ничего не нашли. А Айхан опять захотел купить себе рубашки. В общем, сейчас смотрим ему рубашки. Смотрите, нашла вот такие вот мужские пальто всего по 129 лир. Очень такого интересного качества. Пиджаки по 140 лир. По 44 лиры. Различные свитера. Вот такие вот курточки мужские. Зашли в магазин обуви. Айхан меряет обувь. Очень классные здесь скидки. По 100 лир. Обалденная кожаная обувь. И посмотрите, покажу вам цены на кожаные куртки. 400 лир, 500 лир. В общем, очень-очень хорошие цены. И на кожаную обувь 59, 79 лир, 100, 129 лир. Магазин вот Dairy этот Mod. Магазин Dairy Mod с большими скидками. В общем, друзья, весь шопинг у нас свелся к тому, что Айхан ищет себе штаны. Смотрим ему пиджак и все остальное. Опять мне ничего не достанется. Но я надеюсь, что я найду что-нибудь. И себе тоже. Ну что, друзья, мы ищем кроссовки. В общем, нам нужен серый цвет. Представляете, в магазине Инджи мы зашли. И что вы думаете? Сумки, которые стоили 500 лир раньше, кожаные сумки, я купила ее всего за 99 лир. Сейчас я вам покажу. И представляете, там не только одна сумка. Там сумка. Мне нужен был именно вот этот цвет. И еще внутри этой сумки, типа косметички, небольшая такая косметичка. Ну, в общем, покажу вот так, не буду вытаскивать. Вот такая вот косметичка. В общем, скидки здесь просто сумасшедшие. Именно такой цвет, как я хотела, наш корпоративный цвет. Ну, пойдем искать дальше. Это нелегко, но Айхану еще ничего не купили. Ну что, друзья, наш шопинг закончился практически. Сейчас попьем кофе. Ужасно устали.
сейчас идем в Starbucks, только я не знаю, где здесь вход. В общем, идем в Starbucks. Кстати, в Starbucks есть сейчас не только кофе, но и чай. И этот чай мы хотим с Айханом попробовать. Ну что, дорогие друзья, наш шопинг закончился. Мы купили не так много, но купили качественные вещи. Какой я сделала вывод? Магазины типа DeFacto, LC Waikiki и Katona, там продаются, ну, более или менее качественные вещи, но они все похожи. Мы просто устали ходить, нам ничего не понравилось. И что я вам хочу посоветовать? Не бойтесь заходить в дорогие магазины, особенно в обувные магазины типа магазина Кемаль Танча или магазина Инджи, потому что там всегда и магазина мужской одежды Кыгли, он есть также в Алании, все эти магазины есть в Алании. Не бойтесь туда заходить, там очень дорогая обувь, по 400-500 лир и больше, но всегда-всегда есть скидки. Поэтому обязательно приезжайте в этот торговый центр, здесь есть много-много чего интересного. Я думаю, что вы сделаете отличные покупки качественных турецких вещей. Ну а мы отправляемся обратно в Аланию, да? Ну а вот так вот выглядит торговый центр вечером. Все очень красиво подсвечивается, есть фонтаны. И прямо здесь около входа есть расписание трансфера, бесплатного трансфера до центра Манавгата. Можете посмотреть, ходит он, конечно же, не часто. Из Манавгата в 12, 13, 14, в общем, каждый час до 21 и обратно тоже до 20.00. Как вы думаете, друзья, где мы находимся? А мы находимся на автовокзале Манавгата, на большом автовокзале. Но что мы здесь делаем? Мы опоздали на автобус, потому что зима, и мы не подумали, что автобусы не ходят после 8 часов. В общем, мы опоздали, и сейчас покушали все голодные, холодные. В общем, отправляемся обратно в Алай. Мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. А вот и наш автобус.